На площадке IT-лицея Казанского университета прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Среди 360 участников, приехавших из разных уголков республики, 32 представители IT-лицея. Какие возможности дарит победа в олимпиаде, смотрите далее. Бутылка воды и плитка шоколада. С таким запасом школьники остаются один на один с математическими задачами на ближайшие 4 часа. Все работы зашифрованы, телефоны сданы, а волонтеры следят за наличием шпаргалок. В этой честной интеллектуальной борьбе школьники сражаются за первое место и заветный приз. Дальше, по определенной квоте, когда уже вся Россия напишет олимпиаду и будут известны результаты, кого-то пригласят на заключительный этап олимпиады. Что это дает, знает каждый олимпиадник. Победы, да, на заключительном этапе – это гарантированное место в лучших вузах страны. Ну и, конечно, Казанский федеральный университет очень заинтересован в том, чтобы лучшие ребята, да, которые участвовали, побеждали на олимпиаде, приходили, учились у нас. 60 экспертов в области математики станут проверять молодые умы. Лучших школьников со всего Татарстана, победителей школьных и муниципальных этапов. Среди участников не только старшеклассники и учащиеся средних классов, но и маленькие гении. Я со второго класса начал опережать математику на 3 года. И уже сейчас у меня много хороших преподавателей, которые мне помогают. И мне уже программа своего класса неинтересна. Я решил попробовать олимпиады. Я хочу попасть на международный уровень и поступить в какой-нибудь очень хороший университет. Традиция математического образования в республике очень серьезная. И по словам директора IT-лицея Ильдара Мухаметова, важную роль в ней играет Казанский университет. В сравнении с другими регионами, я думаю, что этот колоссальный потенциал, который мы имеем здесь, в республике, он дает эти плоды. И мы поэтому на фоне других регионов Российской Федерации очень хорошо выглядим и ежегодно достигаем очень хороших, высоких результатов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Ну и на международных олимпиадах тоже побеждаем. Диана Жиленкова, Виолетта Басова, Универньюз.